Привет. Привет. Представься, пожалуйста, как тебя зовут и из какого города ты приехала на ретрит Светланы Лавровой? Меня зовут Виктория, город Екатеринбург. Была ли ты раньше на ретритах вообще? И когда ехала сюда, какой у тебя был запрос, может быть, желание или какая-то цель? На ретритах я была, и у Светланы я третий раз. А на самом деле в этот раз запроса не было. И именно по той причине, потому что я знаю, что приезжаешь с одним запросом, а на самом деле копать нужно было в другом. И поэтому я просто тотально доверяю Светлане. И я знала, что я здесь получу пользу. Поэтому можно даже без запроса. Он формируется здесь, переформируется. Скажи, а как сложилось вот это тотальное доверие Светлане? Почему именно к ней? Какие ее качества, проявления пробудили в тебе вот именно такое отношение? Я с ней познакомилась в очень сложный свой период, и она мне помогла как никто другой. Это было такое первое взаимодействие, и после этого пошли такие живые ретриты. Это было всего лишь на марафоне онлайн, и там был просто колоссальный результат. А в ее поле... Ты получаешь ответы на такую кучу вопросов. Это вот из серии, что группа не подбирается просто так. Я в этот ретрит, в третий, задавала сама лично очень мало вопросов, но через группу, через вопросы ребят получила такое количество ответов на свои незаданные вопросы. Это просто the best. А давай зафиксируем какие-то важные, ценные инсайты, которые ты для себя здесь сегодня во время этих дней получила, и которые ты можешь сама потом посмотреть в этом видео. Вот крупинки ценности сегодняшнего дня пошлем Виктории, которая будет смотреть это через год. Самое главное, что я получила для себя, что нужно... Сейчас формулирую. Нужно быть верной своим желаниям и своим ценностям. Не с этим вообще запросом ехала, но это такой ответ, такой глубины для меня лично. Сейчас самое главное не сбиться с этого пути, не забыть, не зашоркать социумом, рутиной. И прям если я буду какие-то делать действия, вот именно вот в соотношении с этими выводами своими, у меня будет фейерверк, а не жизнь. Скажи, пожалуйста, а какое послание ты бы оставила ребятам, которые смотрят канал Светланы и, возможно, для себя еще не приняли решение присоединиться к ретритам, но размышляют, думают, смотрят в этом направлении? Ребят, мне кажется, это хоть раз нужно попробовать. Потому что на самом деле это по ресурсам не очень сложно. И если это ваше, вам Вселенная вообще поможет. Сложатся и временные, и финансовые, и все остальные ресурсы. Это у всей группы так сложилось. Просто какие-то чудеса происходят. И со мной в том числе. Особенно финансовые, это просто вот за неделю. Я, в принципе, приняла решение за неделю, у меня сложилось абсолютно все. Поэтому дерзайте, если вы в поисках себя, вам сюда. Замечательно, я благодарю тебя. Расскажи, как тебе формат перезагрузки, когда мы переместились в дикие места, мы находимся сейчас на Алтае, на Каракольских озерах. Как тебе здесь вообще впечатление? Это максимальный выход за всю мою немаленькую жизнь из зоны комфорта. Я никогда не жила в таких условиях. Не жила. Первые 15 минут немножко был стресс. Потом, господи, и в этом сыграла роль вот эта наша банда-команда, которая, ну, повторю ту фразу, которую сказала несколько минут назад, команда, группа не подбирается просто так. Такая синергия, такая взаимопомощь, и от этого такой кайф, и ты принимаешь с благодарностью вот то, что умеешь, имеешь, и горячий чай через 2 часа, который только закипел, с таким наслаждением, и идет переоценка. Вот нашего комфорта в обычной жизни, вот мы понимаем все, что мы сейчас, ладно, за себя, я понимаю, что я сейчас приеду домой, и то, что у меня замылилось, то, что было повседневным и неценным, немножко по-другому на это буду смотреть, и в этом есть своя красота. Виктория, я благодарю тебя за этот отзыв, за твою искренность, за то, что мы все вместе были в этой команде и разделяли эти впечатления, этот опыт. И надеюсь, что мы увидимся на других мероприятиях Светланы Лавровой. Обязательно. Тоже.